С просмотра ролика к 90-летию Ленинского района началось торжественное чествование спасателей муниципалитета в их профессиональный праздник. Десятки грамот и благодарственных писем были подготовлены ко Дню спасателя России. Звучит гимн. И на сцену выходит глава городского поселения Видное Моисей Шамаилов, чтобы поздравить гостей. Я хочу вас поблагодарить от имени главы района и от себя лично, выразить вам пожелания мира, добра, благополучия, удачи, чтобы вы всегда домой возвращались живыми, невредимыми, здоровыми. Самые трудолюбивые, самые отважные и сильные спасатели Ленинского городского округа получили почетные награды не только от администрации муниципалитета. Награждение провел и почетный гость из Главного управления МЧС России по Московской области Дмитрий Киселев. Он отметил высокий профессионализм работы нашего подразделения. По итогам деятельности Ленинский пожарно-спасательный гарнизон занял первое место среди подразделений Московской области, а это 44 гарнизона. В течение всего года Ленинский пожарно-спасательный гарнизон показывал хорошие показатели. Лучших из лучших Дмитрий Киселев наградил нагрудным знаком. В течение этого года активная работа велась и по пропаганде безопасности. Статистика показывает, что в 90-е годы этим направлением мало кто занимался. И сейчас спасатели пытаются наверстать упущенное время. Сегодня они выезжают в образовательные учреждения, чтобы проводить уроки по профилактике мер пожарной безопасности. Статистика показывает, что на территории Российской Федерации снижается количество пожаров, в том числе гибели людей при пожарах и травмирования людей при пожарах. Так как подрастающее молодое поколение, оно пропагандирует полученную информацию в образовательных учреждениях, пропагандирует данную информацию среди своих родителей, бабушек, дедушек, напоминает их о им необходимости, требований соблюдения пожарной безопасности. Несмотря на праздничный день, отдыхать спасателям некогда. Поэтому сразу после мероприятия многие из них отправились исполнять свой служебный долг. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.